Как реагирует полиция на ваш палаточный городок? Полиция запретила нам устанавливать палатки, требует, чтобы мы их убрали. Мы хотели провести протест нон-стоп до отставки правительства, вот, и до досрочных выборов. Но полиция запрещает нам, двойные стандарты. Одним разрешают, другим не разрешают. Мы не принадлежим к партии ШОР. Вот, люди пришли сегодня здесь, установили палатки для того, чтобы остаться здесь ночевать и до отставки правительства здесь протестовать. Но полиция против, нам велели все это убрать, иначе они уберут все это сами. Спасибо.